что данная разметка очень неудобна в прорезке. И ее прорезают чаще всего только по необходимости, когда есть повторяющиеся элементы с участием винта. Во всех остальных случаях, если вы правша, вам лучше резать тот винт. А когда они повторяются, как видите, они стоят очень гармонично, нежели когда поставить два одинаковых винта рядом. Более подробно по прорезкам и применению винтов вы можете прочитать в книге «Подо винту», которая уже имеется в продаже.